Эй, парни, послушайте, эти опухоли, они появляются только у хлеба. Даже не опухоли. Они некая форма родины к самосознаниям, которая дает метастазы, находясь только в составе чистой пшеницы. О, смотрите. Он так меня ненавидит. Так что с нами все будет хорошо, но до тех пор, пока никто не телепортирует хлеб. Есть вопрос. Вопросы, солдат. Я телепортировал хлеб. Ты что? Ты сам сказал. Черт, сколько? Последние 3 дня я только этим и занимался. Куда? Куда ты отправлял его?